Всем привет, с вами Про, и сегодня покажу мод на Годзиллу для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появляются две Годзиллы, ну и также появляются новые вещи. К примеру, как вы можете заметить, у меня в руках есть новое оружие. Такое белое оружие, черное оружие, вот такой белый ножик, да, белый ножик. И остальные это вещи, с помощью которых вы можете изготовить новое оружие. Что ж, теперь давайте приступим к новым мобам. Это, как я сказал, две Годзиллы. Одна такая черная и одна, очень можно сказать, светло-желтая. То есть она огненная. Просто-напросто Годзилла. Да, и с этим модом довольно намного у вас может проседать ВПС. Ну, ВПС будет проседать не всегда. То есть, когда вы будете смотреть на этих Годзилл, да, у них... Конечно, не очень хорошая текстура, но FPS почему-то пропадает. Как видите, у них на руках есть такие, так сказать, я не знаю, как назвать. Есть пальцы белые, довольно прикольно выглядит это. Глаза есть, есть такой удлиненный нос, есть ноги, но, к сожалению, они ими не шевелят. То есть, они как бы шевелятся, но не совсем. Как видите, на ногах тоже есть пальцы, да, довольно различно. Но, как видите, они двигаются, но не совсем они двигаются своими ногами. То есть... Они двигаются просто как обычный моб. Как видите, двигают ногами, но это не больно реалистично выглядит. Если вы хотите убить этого моба, то вам придется бить, к сожалению, его по низу, так как этот мод использует текстуру какого-то мода. Ой, моба. То есть это не свой созданный моб, а это использование какого-то моба. Как видите, довольно прикольная все равно текстура. Вот такой огненный моб, точнее, огненный Годзилла, можно сказать. Ну, так что скачивайте и оценивайте этот мод сами. Ну, просто сказать нечего. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.